Добрый вечер. В эфире телевизионная служба новостей, в студии Мария Шилова. Смотрите в нашем выпуске. Потом смотрю, с крыши стало все лететь. Коммунальщиков к ответу. Сезонная проблема чистки крыш от наледи и снега вышла на пик. Есть немножко? А по-моему, не немножко. Пермь как минное поле. С интенсивным таянием снега совсем другими красками заиграло городское пространство. Это образы, связанные и смыслы, связанные с нашим происхождением, с историей. Чудеса пермской чуди. В Центре городской культуры стартовал фестиваль, посвященный звериному стилю в разных интерпретациях. Коммунальщиков к ответу. Сезонная проблема чистки крыш от наледи и снега на пике актуальности. Напомним, 2 апреля на коляску с ребенком в Кировском районе Перми из дома упал кусок льда. 9-месячную девочку врачи не спасли. Следователи возбудили уголовное дело. Между тем, работники управляющей компании утверждают, что лед упал с козырька одного из балконов. Тему продолжит Елена Яговцева. Такая девочка хорошенькая, Анечка. Спокойная вообще. Гибель 9-месячного ребенка от упавшего куска наледи потрясла всех. Сегодня девочку проводили в последний путь. Жильцы рассказали нам, что перед смертельным случаем рабочих на крыше не видели. Если трагедия произошла вечером, а утром на следующий день они чистили. Тут эти, не знаю, кто они, альпинисты в этой снаряжении-то были, бряцали тут, ходили по подъезду. Потом смотрю, с крыши стало все лететь. Мужчина стоял тут, руководил, все кричал, быстрее, быстрее, тише, тише. Между тем, представитель управляющей компании, обслуживающей это здание, говорят, что не намерены отвечать за чужую вину. По их словам, льдина рухнула с козырька балкона 5-го этажа. А по закону, именно хозяева квартиры должны были вовремя очистить его от снега и наледи. Тем не менее, руководство УК «Гарант» задержано. Расследование идет полным ходом. Но, по словам юристов, даже если глыба упала с чего-то балкона, коммунальную организацию это не оправдывает. Сотрудники обязаны отслеживать такие ситуации. И вообще, давно пора сменить практику, по которой ответственность за то, что падает с козырька балкона, несет собственник жилья. Затруднительно собственнику жилого помещения отвечать за состояние козырька над его балконом. В силу разных причин. Кроме того, действительно, он может и не проживать там годами в этом жилом помещении. На мой взгляд, действительно правильным было бы управляющей компании заключать договор с отдельным, с каждым собственником квартиры, у кого на балконе есть подобный козырек. В этом случае управляющая компания будет взимать собственников определенную плату и нести полную ответственность за последствия некачественной работы. Но это все вопрос диалога между коммунальщиками и жильцами. Законодательно обязать УК проводить подобные работы сейчас невозможно, поскольку балконные козырьки не относятся к общедомовому имуществу. Елена Яговцева, Валерий Шикунов, телевизионная служба новостей. И в продолжении темы. Руководители управляющей компании «Гарант» пока будут пребывать в изоляторе временного содержания. Суд решил отложить решение вопроса об избрании меры пресечения. По делу, которое возбудили сотрудники Следственного комитета, проходит директор управляющей компании Алексей Рямов и инженер Константин Ветров. В ИВС оба будут находиться до 9 апреля. Пермь как минное поле. С интенсивным таянием снега совсем другими красками заиграло городское пространство. Дворы, детские площадки, спортивные стадионы и другие места общего пользования оказываются усланы экскрементами четвероногих. А все это от того, что некоторые хозяева, выгуливающие питомцев, не удосуживаются убрать за ними, не говоря уже о массе невоспитанных бездомных псов. На Пермь под особым углом взглянула Евгения Караксина. В городе резко потеплело, хочется выйти на улицу, прогуляться, вдоволь насладиться настоящей неформальной весной. Но какое уж тут наслаждение и какая радость, если под ногами минное поле. В таком виде, мягко говоря, недобросовестные собаководы оставляют после своих регулярных прогулок пермские дворы. Обычный пешеходный тротуар в Мотовилихе. Обочины просто усыпаны собачьими экскрементами. Есть большие сомнения, что это результат жизнедеятельности только дворовых и бесхозных псов. Мини-рынков и мясных магазинов в этом месте нет. Пермики считают, это результат безалаберности и неразумности людей, которые совершают здесь традиционный мацион со своими питомцами. Возмущение есть, да. На детских площадках, да, встречаются, тоже бывает. Хотелось бы, может быть,
чтобы вводили какие-нибудь штрафы и отслеживали это. Может быть, как-то повлияло бы. Не только то, что, так сказать, какая-то собачьи экскременты, и пачки, и бычки, и все, чего только нету. Конечно, противно. Ну так так, есть немножко? А ну, по-моему, не немножко. Много экскрементов собачьих. Очень много. У нас есть дома собака, вот мама вроде бы убирает. Да, пусть убирает. Судя по всему, такой детской сознательности и совестливости многие взрослые могут только позавидовать. Буквально на наших глазах вблизи хоккейной коробки хозяин животного не предпринял никаких действий после того, как его питомец справил нужду на глазах у прохожих. Хотя подойди к этому собаководу и спроси о разведенной грязи в городе, наверняка ответит, что возмущен. В общем, чистоты хотят все, но прикладывают ли усилия? Не знаю, это не мы, это не мы. А где гулять? Во-первых, нету ведь площадок для собак. Поэтому и гулять-то негде. Но мы, по крайней мере, за собой убираем. Взывать к совести владельцев – дело благородное, но неблагодарное, говорят опытные собаковеды. За замечания и на хамство можно нарваться. А в целом, замечают специалисты, собаки – это отражение своих хозяев. Питомцы зачастую похожи на них не только внешне, но и по поведению. Нужно сообща уже с администрацией, с мэрией города Перми решать эту проблему. То есть, если мы убираем, значит, должны какие-то контейнеры. Если контейнеры, они должны вывозиться и подключать сюда, наверное, полицию, что и когда патрули ходят, если вдруг увидели какие-то штрафы или еще что-то. Пока такой практики, как штраф за оставленные следы собачьей жизнедеятельности, у нас нет. Поэтому остается уповать на сознательность владельцев. А с этим, как мы видим, в Перми большие проблемы. И даже масса социальных роликов, гуляющих в интернете, вряд ли сможет быстро переломить ситуацию и хоть немного приблизить нас к цивилизованным странам. Иногда даже самая маленькая мелочь может убить всю романтику. Евгения Караксина, Александр Худяков, телевизионная служба новостей. Кама в безопасности. В результате аварии на канализационно-насосной станции в Добрянке серьезных последствий нет. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора провели проверку на месте случившегося. Напомним, 25 марта в реку попали сточные воды. Очевидцы сообщили, что по направлению к Каме текла огромная зловонная река. Запах чувствовался даже на расстоянии 200 метров. Течь устранили через несколько часов. Роспотребнадзор сейчас продолжает выяснять все обстоятельства произошедшего. Был порыв на сети КНФ-7, эксплуатируемой ООО «Уралводоканал». Объем излившихся сточных вод составил 5-10 метров кубических. Площадь разлива около 200 метров квадратных. Установлены незначительные превышения по ряду загрязняющих веществ. Излив стоков все-таки попал в первую очередь на лед водного объекта, а не в сам водный объект. Управлением 4 апреля был организован повторный выезд на место выхода стоков и отобраны пробы в водном объекте и почвы. Пробы находятся в лаборатории в работе. Неизвестные факты истории Рифея. 29 лет назад в эфир вышел первый материал, созданный основателями нашей телекомпании. В 1989 году собственных канала еще не было, но 20-минутные выпуски с пометкой «Рифей» уже выходили в эфир. Тему продолжит Евгений Гуляев. Журналист и режиссер Вячеслав Дегтярников вспоминает, ровно 29 лет назад вышла в эфир первая программа телекомпании. Правда, собственного вещания у Рифея еще не было. Телевидение тогда было одно – государственное. Тогда первый директор телекомпании Николай Иванович Сергеев и технический директор телекомпании Герман Дедов, они вот, собственно, ее и организовали. Первое вещание, конечно же, было не на собственном еще канале, тогда был един государственный канал. В Перми это Государственный комитет по телевидению и радиовещанию при облисполкоме. Материалы готовили не в формате новостей, а в жанре авторских программ. 20-минутные выпуски выходили в эфир раз в неделю. И затрагивали не только жизнь Пермской области. К примеру, готовили репортажи с путчи в Риге и Москве 1991 года. Самый же первый материал с пометкой «Телекомпания Рифей» вышел 6 апреля 1989-го. Снимали его в том числе для коллег с французского телевидения. Это был материал, как ни странно, из Уфы для ФР-5. Мы снимали о какой-то экологической катастрофе. Он снимался еще даже на кино, на 35-ю пленку.
Только 2 года спустя, 3 октября 1991 года, телеканал начал собственное вещание. Менялся коллектив, менялось месторасположение студии, улучшалось техническое оснащение, трансформировался формат вещания. В общем, есть о чем поностальгировать. В этом здании ДК Солдатова, сейчас называется тогда, конечно же, ДК Свердлова, располагалась студия телекомпании «Рифей», которой сегодня исполняется 29 лет. 18 марта 1996-го в эфир вышел первый выпуск телевизионной службы новостей. Сегодня «Рифей Пермь» на ведущих позициях в пермском эфире среди всех региональных и федеральных каналов. В 2016-м телекомпания отметила свое 25-летие. Наши программы смотрят жители Перми, Добрянки, Полазны, Краснокамска, а также Пермского, Кунгурского и Нытвинского районов. А благодаря IP-телевидению наш эфир стал доступен всем жителям региона. Достаточно запомнить нужную кнопку вашего провайдера. Евгений Гуляев, Михаил Осетров, телевизионная служба новостей. Живая победа. Организаторы проекта с таким названием прибыли в наш город из Екатеринбурга. Пермяки смогли принять участие в фотосессиях и попытались повторить снимки своих родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Кроме того, авторы «Живой победы» воссоздали еще одну важную фотографию, сделанную в 1941 году на сцене театра оперы и балета во время спектакля «Иван Сусанин». Его поставили эвакуированные из Ленинграда артисты. На исторической съемке побывала Евгения Чернявская. Великая Отечественная война, она как-то коснулась, наверное, каждую семью. И эти люди, которые могли нам рассказывать с вами эти истории, да, в чем-то грустные, в чем-то очень даже и веселые, их остается крайне мало. Потом завтра спросить будет не у кого, да, узнать про этот снимок, где он был снят, кто с ним стоит, какой сослуживец, какой друг. И как бы вот показал, что сегодня это очень будет актуальной темой. Проект «Живая победа» проходит в 9 крупных городах Урала. В каждом организаторы выбирают по 10 человек. Фотографии, сделанные в 40-е годы, пытаются повторить, сохранив антураж старинного снимка. Подготовку к съемкам, подбор декораций и одежды организаторы берут на себя. Визажисты занимаются прическами и макияжем. Ну а главное звено во всем процессе – старинная фотокамера. Она помогает совершить своего рода путешествие во времени. После долгой подготовки участники проекта оказываются перед объективом форматной дорожной камеры советского производства. С помощью нее его создают историю. Героям современного снимка необходимо принять позу, как на оригинальной фотографии, и просидеть в ней от 2 до 10 секунд. Снимки, сделанные на этот фотоагрегат, позже проявят в лаборатории при помощи старых технологий. В итоге получат 2 идентичные фотографии с разницей в 70 лет. Герои современных снимков признаются, что этот проект – отличная возможность узнать об истории своей семьи и сохранить ее в памяти будущих поколений. Это важно лично мне. Я хотел понять, пережить те моменты, которые испытывал мой дед буквально перед самой отправкой на фронт. Сейчас победа, она переместилась в семейные традиции и чтить дань памяти собственным родственникам, собственным представителям рода – это важно. Но на личных историях проект не ограничивается. Организаторы также дают новую жизнь знаковым и необычным черно-белым кадрам, которые отображают жизнь городов во время войны. В Перми это снимок из постановки «Иван Сусанин». 13 сентября 1941 года театр имени Кирова эвакуировали на берега Акамы с берегов Невы. Ленинградский коллектив открыл сезон в нашем городе именно этой оперой. В реставрации кадра участвовали артисты Пермского оперного. Очень необычное такое ощущение, потому что как бы стоп-кадр стоять на самом деле намного сложнее, чем играть в опере, чем играть вот в спектакле. Нужно замереть и в одной позе и стоять энное количество времени, потому что нам показалось, что так была вечность целая. Организаторы «Живой победы» продолжают путешествие по городам Урала. Фотовыставку намерены открыть 9 мая в Екатеринбурге. В Пермь ожившие фото прибудут осенью. Евгения Чернявская, Михаил Осетров, телевизионная служба новостей. Чудо-чуди. В Центре городской культуры начал работу необычный проект. Он посвящен одному из самых загадочных феноменов средневековой истории Прикамья – пермскому звериному стилю. Бронзовые изображения животных и птиц отражали картину мира наших предков и стали источником вдохновения для многих современных художников. Тему продолжит Юлия Зыкова.
Вот они, бронзовые изделия, созданные почти 1500 лет назад. В коллекции Краеведческого музея собраны все основные образцы пермского звериного стиля. Археолог Эдуард Чурилов поясняет, эти изделия предки коми-пермяков стали создавать во время переселения из лесостепных территорий на север Урала. Бронзовые бляшки – элементы походного святилища, модель мира в миниатюре. Здесь и птицы, и четвероногие, а также фантастические существа, гибриды из нескольких зверей, полулюди, полуживотные. Со многими связаны свои легенды. Сколько было мастеров, которые изготавливали эти бляшки, столько появился вариантов этих легенд. Там человек-лось уже и семьей обзавелся на некоторых бляшках, и дети у него появились, и так далее, и так далее. На некоторых бляшках можно предполагать, что этот персонаж даже был включен в миф о конце мира. То, что мы называем украшением, это фрагменты обрядового костюма, которые позволяли жителю Прикамье как бы расширить индивидуальное сакральное пространство во время обряда. Показать пермский звериный стиль в интерпретации советских и современных художников и дизайнеров из разных городов страны. Такую цель ставят организаторы проекта под названием «Чудо-чуди». Чудью в древности называли финно-угорские племена. Их мифы и легенды отражены в живописи, скульптуре, изделиях прикладного искусства. Есть тут композиция пермяков Степана и Елены Калюпановых, которые в 70-е годы работали в технике горячей эмали. А вот работы современных мастеров из Сыктывкара Павла Микушева и Юрия Лисовского. Это образы, связанные и смыслы, связанные с нашим происхождением, с историей, с землей, с природой, в которой мы существуем, где нет, ну, как бы зла и добра. Здесь мифологический мир, он цикличный, время нелинейно, оно движется по кругу. И древний художник, древний житель, находясь в природе, умел разговаривать с силами природы. Ну а пространство, которое мы представили здесь, это некое путешествие по трем мирам. Это так называемый нижний или подземный мир, вход в который сторожит медведь. Средний – земной мир, где правят женские божества. И верхний – небесный. Пространство центра городской культуры разделено согласно представлениям древних финно-угров. Эта выставка будет продолжаться до 26 апреля. В течение этого времени здесь пройдут перформансы, мастер-классы, а также лекции ученых и презентации новых изданий о пермском зверином стиле. Юлия Зыкова, Александр Худяков, телевизионная служба новостей.